Татьяна Голикова занимала самые разные посты. В частности, она успела побывать и министром здравоохранения, и председателем счетной палаты. Разумеется, разносторонность должностей заставила нас задуматься об ее образовании. Вот только результат изучения ее биографии оказался по-настоящему непредсказуемым. На самом деле Татьяна Алексеевна родилась 9 февраля 1966 года в семье простого рабочего в Мытищах. Вот только среднюю школу она оканчивала в небольшом поселке Одинцовского района, но уже тогда тянулась к управленческой должности, став комсоргом школы. Свое обучение она продолжила уже в Москве, где в 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства. Правда, она стала экономистом, но со специальностью экономика труда. Разумеется, в этот момент у нас возник вопрос, как она попала на пост министра здравоохранения или председателя счетной палаты. Она же была в сельскохозяйственном. Однако тут же возникает иная информация о том, что Голикова в 2005 году стала кандидатом экономических наук, защитив диссертацию в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом университете. Вот только вы уже должны знать это название, ведь многие наши политики защищались именно там. А потом, как и в данном случае, их диссертации опровергались. Я долго думал, какой вывод сделать, но так и не знаю правильного ответа. В реальности Татьяна Голикова окончила сельскохозяйственный институт, пусть и со специальностью экономика труда, но ей удалось побывать на самых важных постах в Кремле. Так что выводы вы делайте сами. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.